сегодня нам с вами предстоит стать свидетелями заключительного домашнего матча нашей команды в 2021 году. Сюда глазки и потом сюда нос морковью. Раз, глазки. Я делаю снеговика. Давай, давай, давай. Оп. Ему надо сделать шарф. Носик выбрали? Да. А хвосты потом у снеговика, у шарфа, точнее, можно разрезать на макарончике. Поняла? Вот так. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, вообще, возникли пару моментов, поэтому думаю, что в том тайме мы тоже увидим. Мардашвили забил мяч. Он разгрузил немножко психологическое состояние команды, которое, безусловно, сказалось предыдущее поражение. Тренер характеризуется, наверное, прежде всего тем, как он поработает на сборах. И от этого будет его команда уже тогда выстроена в определенных его там кондициях, в его философии. Второй гол не заставило ждать. Я думаю, что это шаг вперед. Мы надеемся, что команда будет вверху, будет угрожать ведущим местам.